Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года, да? и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою, ничего такого нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой этот вертолет, ну а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? То есть пусть первый бросит в него камень.